Забираюсь на сцену, где нас уже ждет тренер по фитнесу Александра Парик. Доброе утро. Доброе утро. Помогать нам сегодня будут Елена, Катя и Даниэль. И, коль скоро ваша тренировка была обозначена у меня в сценарном плане сегодняшней передачи как full body, я подозреваю, что работать придется всему телу, так? Да, точно так. Сегодня я хочу показать вам пример утренней тренировки на все группы мышц. Без использования дополнительного инвентаря. Все, что нужно, это собственное тело, коврик и хорошее настроение. Коврик обязательный атрибут? Ну, желательно, да. Если его нету, то можно выполнять упражнения на полу. То есть, действительно, та самая тренировка, во время проведения которой нам не потребуется практически ничего, кроме собственного тела. Так точно. Ну что, можем потихонечку приступать, и чтобы успеть проработать все группы мышц, сколько нам нужно времени, в принципе? В эфире-то у нас будет тут сейчас 5-6 минут, а вообще? В принципе, этого времени вполне достаточно. То есть, как раз такой вариант зарядки? Да, так как это утро, и поначалу наше тело с утра недостаточно разогрето, нам следует провести небольшую разминку, чтобы подготовить наше тело к дальнейшей работе. Ну, давайте. Хорошо, начнем сверху, а именно с шеи. Делаем наклоны вверх и вниз. Медленно, аккуратно. Стараемся достать подбородком до груди. Теперь делаем повороты влево-вправо. Дальше разогреем наши плечики. Пока все достаточно стандартно. Будут ли какие-то неожиданные сюрпризы? Нет. Я думаю, что неожиданностей никаких не будет. Теперь поднимаем наши ручки и делаем развороты кистями. И в обратную сторону. Теперь сгибаем локти, делаем кружочки. И в обратную сторону. Поднимаю ручки кверху, делаем большой круг. Теперь наклоняемся. Немножечко сгибая колено, упираемся на бедро. И тянемся в бок. В другую сторону. Теперь наклоняем наш корпус вперед, разводим руки в сторону и делаем пружину. Стараемся оставаться на прямых ногах. Тянемся. Опускаем ручки в пол. Стараемся достать ладошками до пола. О, а вот тут ногах. Я столкнулся с непреодолимыми сложностями. Теперь к правой ноге. И к левой. Все, теперь наше тело готово для дальнейшей работы. Отлично. Начнем с выпадов. Ставим правую ногу вперед. Левую ставим назад, руки держим перед собой. Начинаем выпад с того, что мы отводим таз назад и при этом следим, чтобы наша коленка не выходила за носочек. Начинаем опускаться вниз на вдохе. На выдохе подъем и заносим коленку вперед. Повторяем. Как будто бьем кого-то. Можно и так. Три. Снизу выдох и на вдохе подъем. Еще два раза. И теперь меняем ноги. Вдох. Садимся. Выдох. Подъем. Вдох. И еще два. И вот такой вот неторопливый, ненавязчивый темп и должен быть. Ну, да? Это же утро. Это нормально, мы да? Еще просыпаемся, да. Теперь начинаем приседать. Приседаем. Стараемся дотянуться ладошками до пола. Делаем вдох, на выдохе подъем и вытягиваем ручки вверх. Еще два раза. Вдох и выдох. Усложняем это упражнение и добавляем к нему прыжок. То же самое, садимся, касаемся ручками пола и на выдохе делаем подъем с прыжком наверх. Вдох, садимся. Выдох, прыжок.
Хорошо. Теперь садимся в стульчик. Вытягиваем руки перед собой. Теперь мы подключаем еще и наши руки в спину. Делаем шаг в сторону. Сводим лопатки. Ну, практически танцевальное движение. Все должно быть красиво. Когда пять человек делают синхронно, выглядит здорово. Хорошо. Теперь шагаем в планку. Ладошки под плечами. Поочередно опускаемся на предплечье. Меняя при этом руки. Теперь с левой. И снова с правой. Еще один разок. Следующее. По диагонали приводим колено к противоположному локтю. Поехали. Дальше отводим прямую ногу назад, при этом напрягая ягодичные мышцы. Три, четыре и последний пять. Дальше становимся на коленке и начинаем отжиматься. Тем, кому легко выполнять с коленей, могут выполнять это упражнение с упора лежа. Просто отжимание. Да. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь мы ложимся на живот. Вытягиваем руки и делаем следующую связку. Поднимаем правую руку, левую ногу, затем левую руку, правую ногу, руки, ноги одновременно. Затем поднимаем только руки, сгибаем локти, сводим лопатки вместе. Поехали. И сводим лопаточки. Хорошо. Заново. Руки, ноги. Только руки. Сводим лопатки. И последний. Ну вот. Хорошо. Мы, собственно, и проработали практически все группы мышц, как получается, да? Да. Ну, по крайней мере, можно сказать, что встрепенулись, ничего взбодрились сложного, и да. Готовы. Да, ничего сложного. Как видите, темп даже достаточно такой удобоваримый, в том смысле, что и дыхание практически не сбивается. Александра Парик сегодня была у нас в гостях. Елена, Катя и Даниэль нам сегодня помогали. Спасибо за эту тренировку. Вам ну спасибо. Что...